Здравствуйте, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами на связи снова Зарбабай, мы продолжаем проходить игру Санитары Подземелий. Итак, у нас осталась последняя задача Крюгера, проверить бандитское ущелье. Кузнецу кувалду добыть мы пока не можем, не знаю, где находится южный город. И банк пока ограбить я не хочу вооруженно. А так ограбить банкира не хватает ловкости рук. Посмотрим на наше обмундирование. У Крюгера сейчас винтовочка, труба, патрончики к ней есть. Дробовик старший брат, патрон тоже есть. Хотя можно прикупить, наверное, ему патрончиков. Еще одну обоймочку. У Угрюмого есть винтовочка, полная труба, для которой надо 9 мм патроны. А у нас 6-мм, надо их будет толкануть. Вообще надо решить, кто лучше всего умеет работать с винтовкой. Припасов аптечек хватает. Ну и у кабана то же самое. Всего вдоволь. Единственное, сейчас глянем, кто лучше разбирается с винтовками. Так. Кабан 59. А, угрюмый, да, это? Угрюмый у нас. А, Крюгер. Крюгер, извиняюсь. Крюгер 59. Угрюмый 102. Ну и кабан 45. Так что остается у угрюмого эта винтовочка. У него она лучше всего. Ну тогда патроны докупим. Где наш кабанчик? Все-таки я попробую сейчас взять для Крюгера кирасу, но только не продавая жилет. Вот так. Отлично. Ну и за патрончиками к нашему любимому другу Ахмаду. Так, а здесь патроны мы продали все. Да, зря поторопились. Ну да ладно. Ну, как видно, сразу тяжело бежит. Так. Ну, кабана хватает патронов. Так, угрюмому эти продать. Купить 9-мм бронебойные. Так, это разрядить. Оставить. Эти продать. Так, для дробаша аж 3 комплекта. Ну, давайте кабану тоже возьмем еще один. Ну и Крюгеру надо, наверное, 2, потому что это кончится быстро. Отлично. Все, всех вооружили. Припасы у всех есть. Ну что ж, пойдем проверять последнее задание Крюгера. Бандитское ущелье. Ну чё, ща будем мочить всех в сортире. За мной. Так, с какой задача? Уничтожить горилоидов, уничтожить патрули и зачистить 2-3 лагеря. Что ж. В присядочку все. Так, отлично. Кабана. Ну, пусть винтовочка будет у всех сейчас. Я так полагаю, у нас как раз сюда первый патруль идет.
Отлично. Так, ну что ж, время старается ставить дробаши. Будем всех мочить подряд. Так. Так, ну-ка, Крюгер, мочи-ка ты этого. Еще у нас подходит патруль. Ну куда ж ты, кабан-то? Ну ё-моё, как всегда. Так, горилоиды. Так, пусть с этим помогает еще нам. Так, пока тут на горилоиде. Отвлекся. Привет! Так, отлично. Забираем дробовички. Остался там еще один горилоид. Надо бы его тоже замочить. И сразу обыщем трупики. Отлично, патроны, припасы. То, что надо. Не успел кинуть гранату. Хорошо. Так, жилет пока брать не будем. Третий. Еще патроны. Следующий. Тоже не успел ничего кинуть. Просто везение. Горилоида ничего нету. Так, ремкомплект. В принципе, ремкомплект-то есть. Еще выкинем пока. Так, ну и третий. Отлично. Так. Надо последнего замочить, горилоида. Так, угрюмый, ты сейчас стрелять будешь не туда, не в тему. Хорошо. Так, заряжаем. Посмотрим, что у нас в сундучке. Ну что, самбисты и каратисты по одному, остальные можно кучей. Так, патроны как раз вот не для кабана, для угрюмого.
Так, заряжен полностью. Так. Сразу всех подлечим. Тоже заряжен. Кабана тоже. Ну что ж, решаем. Бой. Это единственное средство достижения победы в бою. Ну, давайте с этого участка и начнем. Наш восхождение наше и чистку поселков. Так. Отлично. Поставим-ка мы винтовочки. Ну что ж, их тут двое. Мимо. 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 Да, все снайперы. Есть попадание. Не любишь, пес. Так, ну что ж. Ставим наш любимый дробашек старшего брата. И будем мочить. Так, угрюмый. Накопаю тебя, ублюдок. Так, надо того мочить. Тот как раз что-то кинул. Так, есть. Кабан сюда. Угрюмы сюда, Крюгер, цепляй этого. Так, гранаткой нехорошо кидаться. Так, угрюмы, помогай Крюгеру. Кабан, мочи этого. Так, Крюгер, ну ты давай этого мочи. Так, кабан, твой. Твоя цель это. Так, надо подлечить. Следующее. Мочи, козло. Так, следующий. Только за друг дружка не становитесь. Мочи, козло. О. Следующий. Так, Крюгер, мочи-ка это. Так, с этой стороны бегут. Подлечим. Так. Поднимем кабанчик уровень. Медицина. С
этой стороны еще целая вот так бежит. Ёхшкин кот. Так, я не вижу их. А, вот они. Все, отлично. А, куда? Почему один? Перезаряжаем. Все перезарядили? Мужайтесь, негативы. Так, у кого-то пистолет-пулемет, кто-то еще гранату кинуть успел. Так, надо срочно подлечить. Так, продукты кончились. Кубана. Так, отлично. Кто у нас получил? Критическое ранение получил Крюгер. Еще одно критическое. Но держись! Так, лечить, срочно лечить. Так. Уровень сразу поднимем. Медицина тоже так же. Так, я уже теперь тут не вижу, кто с кем. Так, кабанчика. Сейчас упустим кабана. Нет. Так. Давай, кабан, мочи тогда этого. Эти двое возьмут этого. Так, Крюгера сразу подлечить. Так, еще раз. Так, кабан этого. Только надо подлечиться. Так, следующий. Все, отлично. Фух, можно перевести немного дух. Зарядим сразу. Так, отлично. Поднимем уровень Крюгеру. Так, лечить нечем. Надо поискать припасы. Продуктов питания. Винтовка Болт. Лобзик. Следующий. Да, обрез я принципиальный, друг. Но не дебил. Так. Припасов, конечно, маловато, надо еще искать. О, жилетик. Отлично. Так. Следующего. О, еще один жилетик. Класс. Ну, вот этого, пожалуй, еще обыщем. Остальных уже дадим
другим ребятам обыскать. Так, ладно, в стороночке постоишь. Да, я принципиально. Вот у Крюгера тоже кончились. Ага. Где-то я потерял. Вот она, кираса наша. Кирасу надо поднять. Так, ну что ж, давайте обыщем. Грибы нафиг не надо. Пока возьмем. Нет, пока тоже выкинем. Может быть, лучшие варианты. Так. Следующий труп. Голова у солдата, чтобы думать, а мозги, чтобы соображать. Так. Вот этого мы еще не обыскивали. Да, картошечка у него здесь есть. И вот этих еще обыщем. Хорошо, теперь можно по оружию пробежаться. Так. Дробовик и лучший друг. Так, хорошо. Надо подлечиться сразу. Только не аптечками. Пока. Пока припасами. Где наш? Голова у солдата. Отлично, вооружен. А мозги, чтобы соображать. Так, теперь кабанчика посмотрим. Подлечим сразу. Ну и остался у нас угрюмый. Этих всех обыскали, этих тоже. Остались только вот эти спереди. Так, это тоже все цепанем. Ну и начнем обыскивать с этого. О, жилет. Продукт питания. Следующий. О, штанишки. Как раз надо будет нашему еще одному. Бронированные штаны. Так, вот тут не пойму, двое там что ли лежит. Да, точно, двое. Хорошо. Так, все, здесь тоже всех обыскали. Тяжело в учении, легко в очаге поражения. Идем сюда. Угрюмого отправим к чемодану. К сундучкам. У него припасов меньше всего. О, аптечки. Так. 3-3. Совместить нельзя. Ну да ладно. Припасы. Возьмем шкурки тоже. Если что, выкинем. Так,
И, по-моему, тут еще сундучок есть. Один. А, даже два. Даже два. Ну, здесь только патрончики можно взять и кукурузку. Остальное это пока выкинем, посмотрим. Хотя возьмем, наверное, вряд ли все-таки. О! Крысу надо взять. Ну, опять же, чемоданчик хирурга. Так, хорошо. Наверное, кабаном. Ух ты, ух ты. Откуда эти тваски взялись? Твою дивизию. Так, с ящиком хирурга потом разберемся. Так, сразу на крикера. И что, поражение, тупая башка? Так, Крюгера лечить. Срочно, срочно, срочно. Откуда взялись? Так, нифига себе. Мочи кабанка ты его. Так, кабан получил критическое ранение. Отлично. Вообще. Так, вы-то куда? 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 Нет, вы сюда. Так. Вы этого мочите. Мы тебя еще подлечим. Так, а ты тоже что встал? Так, обстановочка. Все, кабан задачу свою выполнил. Подлечим мы его. Ну и давай собирать, что тут есть. Так, отлично. Дробовик. Вот ящик хирурга хотел поменять. Взял, просто его взял, да? Или еще не взял? Нет, еще не взял. Вот теперь поднял. А, вот этот. Но выкинуть. Я не знаю. Поновее возьмем. Так, ну а Крюгер тогда этих. Давай обыскивай. Хорошо. Так. Ну что ж. Голова у солдата, чтобы думать, а мозги, чтобы соображать. Так, обыскиваю тогда винтовочку возьмем. Ну что ты взять не можешь? Вот так вот. Я обыскиваю его. Ох ты, блин. Продукта вообще взять не может. Так. Ладно. Так, ну что ж. Попробуем взять. И кому-нибудь другому отдать. Ну, допустим, Крюгеру. У него и так проблемы с припасами. Так, заряжен. Заряжен. Тоже заряжен. Ну что ж, выдвигаемся. У нас осталось еще два лагеря зачистить.
Зомбисты и каратисты по одному. Остальные можно кучей. Так, пошли, ребята. Первые. Ой, блядь, ну сразу критическая. Ну, кабан, ну куда тебя-то несет? Ну етицкая ты сила. Мочи, козло. Так, сейчас его вообще грохну, блин. Ну что ты взять не можешь? Взял и что? Не-не-не, надо этого мочить. Хотя давай вот этого. Давайте этого мочить. Ёшкин кот, блять, у него сразу критическая, блин. Вот это он его сейчас. Это что ж у него там за автомат еще такой стоит, что, блять, просто так крахает сразу, блин. Бедный Крюгер. Давайте, мучите быстрее главаря. Отлично, отлично, отлично. Следующий, куда тебя несет, гребаный ты Крюгер, блин. Вообще, походу ориентацию потерял, блядь. Его ранили, блядь, критически. Он все потерял, блядь. Куда бежать, блядь, не знает. В обход бежит, в обход. Фух. Старший брат у него, блин. Состояние 52. 72. Так, ну надо аптечка. Крюгеру припасы. Так, жилетик-то тоже спаним. Все двигать надо. Все. Отлично, залез. Штаны уже не залезут. Так, у Грюмова и так припасов дофига. О, еще и аптека ему. Блин, ну вот фартит. Фартит, фартит. Фартовый парень у нас. Смогу цепануть жилет? Вряд ли. Ладно, с этим потом разберемся. Тут у нас еще целая гора бежит, блин. Надо с ними справляться. Загни сюда! Ух ты, Крюгера сейчас замочу тут еще. Ну что, баранья тупая башка? Да что ж такое-то? Так, угрюмый, мочи этого, Крюгер, мочи этого, кабан. Так, а вон он еще, Васек, с винтовочкой стоит. Так, отлично. Ну давай этого теперь. Ух ты, кабан получил критическое. Ну а теперь его очередь дошла. Крюгер еле у нас телепахается. Мочи, козло! Да, критическая сразу, моментально. Они прям знают, кого, кого критическая, того и мочат, блин. Жить-то всем хочется. Есть. Остался последний лагерь. Так,
Продуктов питания нету. Так, кабанчик, бежать надо, бежать, а не ходить. Так, хорошо, ящички обыщу все, все сундучки. Мне продукты нужны, питание только. Ладно, пистолетик тоже возьму. Может, у главаря есть? Есть сундучок. Вот аптечку возьмем. Яд, хрюша. Яды, противоядия, все это нафиг не надо. О, враг думал, это пень, а снайпер снес ему мозги на бекрень. Хлебушком полечимся. Картошечкой, мяском. Так, еще одна аптечка. Продуктов нету, остальное нафиг не надо. О, пластины. Вот это бы сейчас, конечно, бы нашему угрюмому. Так. Потому что пластины у него, по-моему, вообще в ужасном состоянии. 56% только. Снял, не снял? Нет, еще стоят. Складывать некуда, ладно. А так, о, теперь другое дело. Так, сразу сюда. Сразу нельзя. Вот теперь можно. Пластины обратно, припасы. Хотя припасов у него и так дофига. Так, больше брать нечего. Так, хорошо. Заряжаем. Враг думал, что это пень, а снайпер снес ему маски на бекрень. Собираем оружие. Так. Вот эту хрюш тогда выкинем нафиг. Ну что ж ты делаешь? Вот это другое дело. Теперь можно хрюш цепануть. Так, хорошо. Так, кабанчик у нас готов. Что по угрюмому? Оружие, по-моему, вряд ли он возьмет. Он и так у нас... Не, я взял. А лобзик? А вот лобзик не возьмет. Скажет, жирно вам, ребята, еще и лобзики вам брать. Да. А сейчас... О, вот это другое дело. Так, ну теперь можешь по припасам пройтись. Так, у этого взяли. Пора брать коня за рога. У этого тоже взяли, он жилетик у него остался. Эх, жилетик-то хорош, наверное. Хотя, ничем не отличается, по-моему, от этого. По цене. 82. 46. А, пластины с чешуи. Не, нафиг не надо. Так, следующий. Что, брать некуда? Даже продукты питания брать некуда? Ну, вы даете. Так, еще осталось троих. Не, не хватает.
Угу. Не хватает продуктов. Складывать куда? Так, эти тоже с чешуи. Пора брать коня за рога. Так, угрюмый. Ну что ж, все готовы к зачистке последнего лагеря. Что ж, поехали зачищать. Надеюсь, что отсюда все уже выбежали, потому что толпа была громадная просто. Ох ты, нет. Не все. Позаныкивались еще двое. Так. Ох ты, а у этого-то гранатка. Так, его в первую очередь сносить. Кто я знаю сейчас его? Ой, нравится тебе такое, пес? Дубина, ты меня инвалидом сделаешь? Крюгер, ты-то че у нас? Так. Все. Отлично. Местность зачистили. Так, у Крюгера вообще ничего нету. Последнюю аптечку тратим. Хотя, блин, не надо было ее тратить, конечно. Можем вот так восстановить здоровье. Ну да ладно. Пора брать коня за рога. Так, а чемоданчики-то у вас есть тут? Ящички, сундучки, да, есть. Есть два штучки. Ну вот, конечно, здрасте, мордасти. Это что у нас такое? Ничего себе, для тяжелых. Это что-то новое. Спанил все, только единственное. Блин, ну нету аптечек у него, куда складывать-то? Так, сюда. Две. Обратно. Так, хорошо. Следующий. Ну, здесь только хлебушек, который мы тоже взять не можем. Тоже не может. Но есть. Так, цепанем все, что можем. Ничего не может взять. Так, все. Всех все обыскали. Ну что, возвращаемся в город. Ну и как всегда, первым делом
Крюгера к схрону. Блин. Ну да, хочу сбросить. Куда ж передеваться-то? Ну а кабана сразу... Ах, мы не сделали. Ладно. Ремонтировать все. Отдыхаем до полного выздоровления. И вот теперь все. Теперь кабана сюда. Ну, а Крюгера к нашему схрончику. Так. Для нашего четвертого дружка каска есть. Где-то были тут еще штаники для него. Вот они, штаники. Отлично. Кольчуга есть. Жилет есть. Что еще можно скинуть? Аптечку такую. Это на продажу все. Тоже все на продажу. Так, у Крюгера. Крюгера даже скидывать-то нечего. Тоже все на продажу. Да, все на продажу. И у кабана. Да и кабана такая же ситуация. Хотя большую аптечку можем скинуть. Так, все, пока пусть так постоит. Так. Так, бронежилет все продать. Винточка одна остается. Это все продать. Все пистолеты, пулеметы продать. Это тоже. Эти тоже. Все, отлично. Круто. Так. Угрюмый. Жилеты. Эти тоже. Все вроде. Да, все сразу зарядим. Угу. Продали. Следующий. Крюгер. Продаем. Тоже продаем. У нас старший брат там лежит. Нет, это поторопился. Некуда складывать. Ладно. Странно, вот эти патроны какие-то. Ну да ладно, тоже продадим. Продать. Так, ремонт. Ох ты, ё-моё, сколько ремонтировать стоит-то у нас? Нехило. Нехило. Новый купить. Да, плохо дело, плохо.
Ну что ж делать, все равно надо ремонтировать, по-любому. Так, хорошо. С Крюгером все, теперь угрюмый. Пластин 99, да не, менять пока не будем тогда. Состояние, в принципе, хорошее у них. Но его кабана смысла я не вижу. Единственное, только угрюмому тоже, наверное, надо будет взять кирасу. Вот так вот, отлично. Так, ну и все пока. Пока все. Так, где наш угрюмый? Забирай все наши дробовички. Крюгером еще раз заглянем. У Крюгера вообще нет ни одной аптечки. Вот большая, вот маленькая. Так, дробаш надо забрать. Так, все, вооруженный, заряженный. Крюгер к следующему походу готов. Угрюмые. Очень много больших аптечек и, в принципе, так, поскидываем. Так. Припасы поскидываем. И еще один дробаш. Так, ремкомплект у нас есть. Хорошо. Кабанчика. 5 из 5. Тоже 5 из 5. Аптечек хватает. Припасов не хватает. А у Крюгера вообще нет припасов. Так что, так вот, спанем. Ну что ж, все. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылки под видео. С вами был Зарбаба, и увидимся в следующих прохождениях. Всем пока!